Выборы в Государственную Думу и региональный парламент 19 сентября должны пройти честно, прозрачно и легитимно. Для этого все этапы избрания пройдут под пристальным народным контролем. Региональный избирком и общественный штаб наблюдений за выборами подписали протокол взаимодействия. Чтобы определить, к чему готовить независимых наблюдателей и как будет организован обмен информацией непосредственно во время выборов. Стороны обязались допускать друг друга не только к этой информации, но и к рассмотрению жалоб, которые могут возникнуть по возможным нарушениям прав избирателей. Поэтому для избирателя вот это вот один из инструментов, в том числе общественного контроля, очень важный момент. Впервые избирком Самарской области допустил общественников в святая святых к материалам жалоб, которые ранее могла рассматривать только избирательная комиссия. Но именно это и позволит убедиться в том, что вышестоящие комиссии не прикрывают своих, если там действительно выявлены нарушения. Такими шагами, такой открытостью и формируется доверие к выборам. Одна из первых задач, которая решается именно штабом общественного наблюдения, это снять действительно вот этих конфликтных ситуаций, которые у нас время от времени возникают на избирательных участках. Здесь очень важно, что общественный эксперт выкристаллизовывает ту суть, если она есть проблемы, и уже здесь легче и нам разбираться, есть ли там нарушения. На сентябрьских выборах в целях обеспечения безопасности людей в условиях распространяющейся коронавирусной инфекции процесс будет организован в течение 3 дней – 17, 18, 19 сентября, что значительно снизит количество людей, одномоментно находящихся на участках. В то же время избиратели смогут сами решить, когда удобнее прийти на избирательный участок, а когда отправиться по своим делам. Конечно, конкурентность будет очень высокой, уже сейчас видно. Областная избирательная комиссия довела до сведения и журналистов, и граждан, что сейчас выдвинулись и партийные списки, и есть самовыдвижение. Независимым общественным наблюдателем может стать любой гражданин России, достигший 18 лет. Работает горячая линия, где можно уточнить все детали. Также работает телеграм-канал, в котором публикуется информация о работе штаба, наблюдателях и вопросах, касающихся предстоящих выборов. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.